Лето – это как раз то время, когда можно воплотить мечты в жизнь. Не секрет, что многие ребята мечтают оседлать коня. В Сочи такая возможность есть. В Дагомысе в поселке Волковка много лет работает конно-спортивный оздоровительный центр «Светлана», а при нем 15-я спортивная школа. Это такой вид спорта, в котором, во-первых, абсолютно все группы мышц работают. Это общение с животными, это дисциплина. Потому что конный спорт – это не только катание верхом на лошади, это уход за животными, это ответственность. Дисциплина для этих ребят, конечно же, на первом месте. Какой всадник, такой под ним и конь. Принимают ребят в школу верховой езды с 10-летнего возраста и обучают всем навыкам общения с животным. Я люблю ездить на лошадях, потому что можно шагом, рысью, галопом, на полевой, строевой, учебной рысью. В течение первых 2 лет дети занимаются в начальной группе подготовки по конному спорту. А кони здесь разные, от простых до чистокровных пород. Школьники вместе со своими верными четвероногими друзьями регулярно принимают участие в городских, краевых и всероссийских соревнованиях по выиске, конкуру и троеборью. Они привыкшие к разным всадникам, к разному количеству. У нас народу очень много. За день бывает по 5-6 человек, каждая лошадь наблюдает, на себе возит. Летом спортшкола будет работать так же, как и в учебном году. Так что юных сочинцев приглашают провести каникулы в поселке Волковка и освоить новый вид спорта. Пообщаться с животными, съездить верхом на экскурсию по окрестностям. Одним словом, провести лето интересно. А всех сочинцев и гостей курорта также ждут на территории конно-спортивного оздоровительного центра, где расположено 2 озера, можно порыбачить и попробовать себя в роли наездника. Проводятся индивидуальные занятия. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.